на соревнованиях 2021 года, песочница. Вот опять известный Кариб Андрюхи Балаганского. Он ездить не будет по этим жестям. Он будет штурманом у машины прадик Васин. Так, где он стоит? Где-то здесь стоит, скоро все увидим. Так, не вас. Подготовленный в том году тоже долбил он как надо. Квадрики, куда без них. Ну вот, Волга Сайбер. Какая шутка. Сузуки, Скудик. Не знаю, все ли они будут, не все ли участвовать. Но многие из этих машин будут участвовать. Там вот стоит вообще интересная машина. Типа Шерпа. Возможно, даже самоделкина какая-то. Хотя, может быть, и нет. Коптит, парит потихоньки. Так, Скудик. Фотки все приложим. Так, это вот Паджеро Джимик, если не ошибаюсь. Нива, беспечный Димкина. Моей, как обычно, нету, с ночи с работы. Опять отмазался, хотя бы успел тупо хоть поснимать. Вот он, прадик Васин, если не ошибаюсь, на блоках. Сзади, по крайней мере, комфорсеры 3000-ные тоже стоят. Размер, что тут у нас? Сколько? D65 на 16 75. Васик тоже чётенький, будет сегодня долбить по полной, а мы на это будем смотреть и кайфовать. Вот на этом прадике, кстати, и поедет штурманом Андрей Балаганский. Так, вот Паджеро Каратыш, джип Чирок красный, в том году он тоже был. Land Rover, красавчик вот такой, тоже будет постигать бездорожье азы. Джиминик Сузуми, Сузуки. Резина стоит 33 на 16. Так, что там мы дальше видим? Много людей, это очень хорошо. Там вот УАЗик вот такой стоит, подготовленный. Резинка, конечно, не сильно большая, но забористая. Так, Продос в наклейках, тоже известный человек в нашем городе Чита, который путешествует, снимает видео. Так, вне дорог. Крузачок. Ну, конечно, не все из этих машин, которые я показал, поедут, но все же имеют место быть. Там вот Роуд Сибири. Тоже есть канал. Путешествия, внедорожные всякие соревнования, состязания и так далее. Так, а вот там-то у нас уже происходит что-то интересное. Сейчас попробуем это изобразить. Но уже долбеж пошел. Ванек уже вовсю снимает канал Иван Прайд 4
Ой, Иван Прайд, Прайд 4 на 4. Так, Невас на готове. Там он проезжает. Так, идем за деревья. Нужно вообще найти, где хороший кадр здесь. Так, все, перевалил. Так, не вас пробует. С лебедочкой. Место это такое. Прикольное. По виду, конечно, все опять кажется, что не очень. На самом деле, без лебедки тут вообще никак. Красота какая. Запарил. Так, что-то зацепился. Так, Нива покидает дистанцию. Порвала передний привод. Хотя Нива подготовлена намного лучше даже, чем моя. А если бы я бы на своей сюда бы поехал, то скорее всего я бы уже бы ее погнал бы куда-нибудь. В гараж настоило. Ну тут дистанция не такая уж и легкая. Вот такой вот бугорок. То есть по факту вообще машины ломаются не только Нивы, а многие другие. Так, не вас пробует выехать вообще с дистанции. Получается. Так, на старт готовятся, можно сказать, лидеры. Лучшие практически. Suzuki Escuda под названием Росомаха. Михалыч штурман. Рузден у руля. Погнали. Тут, конечно, сейчас не будет очень хорошо видно. Ну вот. Так, место тут вообще очень узенькое. Еще надо попасть. Так, штурман уже на готове. Так. Сейчас будет что-то тут весело. Чуть-чуть назад.
Михалыч поспевает. Красота пошла. Могёт, конечно, могёт красоту делает. Искудик. Так. Пошёл он туда. Там как бы не сильно сложно. Сейчас самое ужасное будет вот здесь. Чуть-чуть зацепился. Вот такая вот высота подъема. Но тут вообще не вариант без лебедки. Поэтому, парни, Михалыч побежал. Сейчас он пошёл их бобырику всё сделать. Так, пока нажмём на паузу. Так. Ну, будет. Но вот здесь самое опасное, это тут камушек. Лежит он и в том году здесь был. И в этом остался. Так, подложил трак. Сегодня погода, конечно, вообще не очень радует. Морозец стоит. Опять придавило под утро за тридцатку. Там он не выкарабкается. Заблокируй, ребят, сразу. Есть. Давай, давай. Падал, падал. Ну вот. Уже лучше, можно сказать, даже трактор и не понадобился. Хорошо стоишь вообще. Так. Лебедку поднатянули. Сейчас будет проба выбраться из этой ситуации. Тут как бы нужно не перетянуть и подзаехать. Поехали, поехали, поехали. То есть тут работа не прямо газуй. Очень серьезная. Не газуй, Сеня. Потихоньку не газуй. Не газуй. Ну, затягивает нормально. Не, не, поворачивай меня потихоньку. Потихоньку. Давай. Все нормально, но потихоньку. Потихоньку. Штурман, конечно, как и в тот раз показывает себя отлично, так и в этот раз. Давай, давай, давай. Тогда, напомню, он был штурманом на автомобиле Делика, которая была в штате. Ну, отпусти маленько. Хорошо, попробуй выехать. Попробуй выехать. Ну, давай, спокойненько. Давай, давай. Спокойненько выезжает. Так, и сейчас будет веселье здесь происходить. В плане того, что эти машины поедут вот здесь вот, как я понимаю. Вот он, Искудик. И вот это вот то место, как раз, где обычно
машины чуть не переворачивались в своем режиме. Сейчас будем глядеть, что да как получится. До этого места пока еще я что-то не видел, чтобы кто-то доехал. Нива сошла вот на этой дистанции пути. Кстати, вот для примера, что здесь. И подходим к этому очень опасному и страшному месту. Даже судья чуть не упал. Так, и вот сейчас будем смотреть, что получится. Так, вот это вот, конечно, ужасно выглядит. Опа! Хорош, выходи! Вообще вот четко. Четко все проходит. Давай! Стой! Назад, давай! Руля вправо! Сразу выворачивай, еще. Здесь для примера тоже не совсем легкий. Хорош. Бугорок. Давай! Стоп! Давай! Спокойненько проходит везде и всюду. О! Четко! Четенько все! Еще! Вот сюда бери! Хорош! На меня и куда пошел! Ну все, команда Росомаха, можно сказать, приходит на финиш. Проехали полностью всю точку. Молодцы. Все, финиш. Четко.